Друзья, всем привет, всем брикет! Привет! С вами Мик и Таня, и вы находитесь на канале Покатушки. Сегодня мы решили поехать на мотоцикле. Мы приоделись, прихорошились, особенно Танюша, у нее выросла борода даже. Нас ждет наш верный друг. Мы едем отмечать день города. Ну как отмечать? Мы просто покатаемся, посмотрим, какие мероприятия сегодня есть в Москве. Посмотрим, как Москва празднует. Сегодня празднуют многие города России. Все, поехали. Вы вместе с нами, а мы вместе с вами. По встречной полосе, через обрывки слов, опять спешу к тебе, держу в кулаке. Роднулечки, мы уже в центре Москвы, и в центре Москвы очень много людей. Таня запаниковала даже в какой-то момент. Поезд толпы. Да? Кого? Толпы. Кого я не понимаю? Ну, ты говорил, что когда много людей, ты паникуешь, у тебя потеют ладошки. Я начинаю как таракан биться в истерике. Нагоняет. Ну, нет. Прям чувствуется праздник. Мы сейчас идем по направлению к Красной площади, к Кремлю. Именно там обычно происходят все самые концертные мероприятия, на которых выступают артисты. Ну, я, кстати, в этом отделении полиции был. Тебя забрали за... Да. Шли-шли, а в итоге оказался выход к метро. Она метро не нужна. Ну, точнее, там можно выйти на улицу, но все... Общем, тупик, только выход, да. Да, в плане, да, все перекрыто, и других выходов не видно. Создаются пробки из людей. Ты знал, на что идешь? Здесь вход только в метро, прямо, по правую руку. В Москве очень круто снимает, потому что везде есть свет. Вот чтобы попасть на одну из улиц, нужно отстоять очередь. Зато можно быстренько пройти, может. Там что-то есть. Микаэль, это квест. Квест. Осталось только перелезть через забор. А, здесь тупик. Ну ладно, попытка не пытка. Типа зато прогулялись. Триумфальные ворота. Вот, например, прямо здесь, в центре, у нас расположилась
станция Сокольники почему-то, хотя она отсюда. Хотя она не здесь должна быть. Пойдем в Сокольники зайдешь. Как достигнуть того, чтобы получить такое великолепное платье? Волонтеры, творческий вкус, да, либо волонтерам подрабатывать. А как вам день города? Думаю, только приехали. Да. Каждая площадка под разные фильмы. То есть, мне кажется, что там Народного. Мы так и поняли, да. 1812 год, дальше советский. Хорошо, мы пойдем еще посмотрим. Хорошая. Вы отлично выглядите. Спасибо большое. Мы получили программку. Ой, у тебя тоже есть. Сейчас прямо на Красной площади мы думали, что здесь будет происходить прям какое-то самое крупное выступление какое-то, но в итоге нет. Здесь либо уже все закончилось, либо еще ничего не начиналось. Но вряд ли, потому что уже довольно поздно. Поэтому мы идем обратно. По красной дорожке. Очень много инсталляций и нагуляли себе аппетит, нагуляли так, что вот пришли, чтобы перекусить. Приятного нам аппетита. Я чуть не зевнула. Я такой скучный? Нет, мы просто угулялись. Но в основном мы устраиваем покатушки. На канале покатушки. Давай покатушки, есть покатушки, а сегодня ходюшки. Походюшки. Походюшки. Хохотушки. Микаэл, давай попрощаемся с нашими подписчиками и расскажи, как ты меня бьешь. Женщин нужно бить сильно. Вот лучше один раз ударить, но сильно, но она это запомнит, понимаете? Она это запомнит и впредь не будет делать так, как вы не хотите. Вы должны занять позу власти на диване. Вот она, поза власти. Да. Именно в таком положении вы должны командовать своей женщиной. И я даю первый приказ. Таня, попрощайся с подписчиками. И... Приказ. Да. Так как командир предложил попрощаться с вами, точнее указал мне командир полка, я прощаюсь с вами, дорогие подписчики, а сейчас перевожу камеру. Всем пока. На вот этого командира. Подписывайтесь на канал Покатушки. Всем пока, всем добра. Ла-ла-ла. И я в твоих мыслях, я в твоей голове на губах завис. Говнюк. Мальчик.